Такси «Вояж» 9-3-8-9. Готовимся к акции «Народный контроль. Доступная среда». Целая делегация активистов общественной областной организации инвалидов «Колесница» прибудет в Клин 26 апреля. Цель акции – проверить доступность социально значимых объектов в нашем городе для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание к больницам, магазинам, социальным центрам и деловым учреждениям. Сегодня специальный координационный совет, куда вошли педагоги, врачи, бизнесмены и социальные работники, обсуждали план проведения акции и предполагаемый маршрут. Мы его разработать должны с учетом пожеланий. Мы выбираем те два маршрута. У нас они с вами были закольцованы, вы помните, Ледовый дворец, Бородинский проезд, школа 13, значит, школа искусств, Сестрорецкий парк, и закольцовывали опять на Ледовый. Следующий момент мы брали с вами, значит, Подворье и поликлиника 3. Доступная среда для особых людей – это не только наличие пандусов, подъемников и грузовых лифтов. Это специализированные низкопольные автобусы, звуковые сигналы на светофорах, рабочие места для инвалидов, возможность обучения и занятия спортом. Но самое главное – понимание и поддержка инвалидов в труднодоступной для них обстановке – в офисах, магазинах, больницах, кафе и кинотеатрах. Как общаться и помогать людям с ограниченными возможностями – теперь этому специально обучают. Все управления муниципальные, все провели инструктирование, да, есть люди, которые определены, кто должен заниматься с маломобильными группами населениями во всех управлениях. Поэтому очень важно, и все понимают эту важность, да, отношение в обществе к инвалидам меняется, и мы должны быть к этому готовы и помогать этим людям. О том, как идет подготовка к встрече необычной делегации и доступен ли Клин для инвалидов, в нашем специальном репортаже. Следите за новостями.